девочки приняли этих двух утят, на меня налетели. Я ведро подставила, чтобы меня не прибили. Самочка такая вообще умница. Это семейство лодочников. Да, вот я двух маюсик. Ругайтесь, ругайтесь на меня. Ругайтесь. Вот папочка принял утят. Я на парапетик выставила. Утята как заверещат. Самочка на меня налетела. Я сначала одного утенка выставила. Вот, а потом второго утенка выставила. Вот, и самочка как налетит на меня. С крыльями, с клювиком. Ну, в общем, вон она. Типа, слушайся, слушайся меня. Ну все, вот у них на данный момент 4, я не знаю, у них обычно один где-то плавает все время отдельно от них. Ну вот сейчас 4 получилось утеночка. Так что отдала лодочникам. А родители они хорошие, самое главное, чтобы черным хлебушком не покормили. Вот, а девчонки, хочу новость вам рассказать. Эти два утенка, которые я сейчас принесла, от 244-го, он был во дворе. Представляете, какое чудо? Мы от него-то вообще не ожидали. Вот так вот. Вот так вот, солнышки. Ой, Майося. Так, что она его треплет-то? Как-то так это по-серьезному трепала. Майося. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо, что приняли утика. Только не, пожалуйста, не убивайте их. Пожалуйста.